подтверждение своего Микини, говорю, что подтверждение Фростборн. Я долго шел к этому. У нас помимо одного ремонтного стола, да, который у вас есть также, как и у меня, появляется второй. За счет того, когда вы качаете свой хием, обратите внимание, пожалуйста, я хотел это сделать. Я это сделал. Когда вы вкачаете, так, не обращайте внимания, я этот порядок делаю. Когда вы вкачаете себе 183 левел, вам понадобится на ремонтный стол, в принципе, не такие уж сложные ресурсы, но самое сложное это вот эта вот валюта. Вот ты что хавать захотел? Ладно, поехали, строим себе вторую чинилку. Блин, надо было сразу оружие взять какое-нибудь. Короче, две чинилки, это две вещи, вы можете ремонтировать абсолютно бесплатно. А если вы находитесь в семье, то там вообще, если у каждого такое будет, это получается 8. 8 чинилок, 8. Это как минимум можно сет поставить и пару пушек. Реально, это просто бомба. Короче, я скоро открою ворота, ребят. Почти осталось совсем чуть-чуть, но не за горами. Тут посмотрим, что там дает следующий левел. Вот, позволить ремонтировать поврежденные предметы, строить. Вот, получите дополнительный налог с игроков, посещенный ваш район. 184. 184 левел. Может, сейчас я открою ворота, а? Все, Яру. Вы можете забрать свою оружие только после ремонта. Стоимость 50 монет. В смысле? Я что, не могу, типа, это? А, вот. Блин, ладно, пофиг. Поставил, так поставил. Просто, типа, люди будут чинить, что ли, да? Тоже вот шамарно. На халяву, как бы, да, проверить, пускай стоит. Так, ну давайте посмотрим, что нужно на 183 левел, 184. Получается, что открываются, что ли, ворота? Получает дополнительный налог с игрок, посещает ваш район. Это топ. Ладно, я сейчас, короче, что делаю? Сейчас что делаю? Быстренько набиваю турик. И что, дамы и господа, добро пожаловать к Кеннику Плей на район. Поехали, сейчас пропустим этот момент и быстренько вернемся. Го-го-го-го-го-го-го. Так, дамы и господа, короче, набил я себе турик. Тут чел вообще не уступает никак, не хочет прям не отступать, отдавать мне очки, которые мне не хватает. Но это фигня. Я что-то так вот присмотрел, да, я думаю, мне 1500 надо на открытие ворот. У меня идет 1392. И если я займу даже второе место, если чел меня сейчас не обгонит, то я открываю ворота в свой хейм. Это просто пушка. Давайте по нулям. Все, чик-чик, забрать второе место. Чик-чик, еще я не забрал. Или забрал. Средний сундук, забираем полоски. Ага, не полоски. 1500. Давай, заходим в свой хейм. 1500. 1500 это как раз вообще прям почти впритык. 1550. Ах, как долго я к этому шел. Давай, открываем. Короче, смотрите, 184 уровень хейма. Получает дополнительный налог с игроков, посещая ваш район. Хлобысь. Ресурсы собраны. Я надеюсь, что это, конечно же, то, что я думаю. Поехали. Давай. Построить. Че, где люди? А, вот, короче, сейчас корабль позволит построить корабль. А, короче, надо всем качать хейм. Либо кому-нибудь из лидеров, чтобы поплыть в то или иное направление. А что, люди заходят или что? Что за пролай? Ну да, реально, смотрите. Первый чувак викинг. Здорово, братан! Что, ты в котел хочешь положить что-то? Ложи, пожалуйста. Котенок, смотрите, мой чел Стас. И чё? Я типа такой тут фраер, да? Все, челики заходят, смотрите, что. Ну, короче, типа налоги собирать, но я не знаю, как это все делается. Думаете, так вот, чего? Здорово, пацаны, Анжелита, привет. Так, вот, у меня, короче, сборщик налогов идет текущий уровень жителей, гостей, минус 38%. К завтрашнему дню я смогу собрать, типа, 63 серебра. А, давайте чекнем, что тут. О, давайте заходим, заходим. Всем привет, 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 братики. Никто даже здороваться не хочет. Хе-хе. Так, короче, чтобы собрать 185 левел, вам понадобится. А вот, короче, корабль. Это, наверное, уже типа ли плавать между Францией, да, там чем-то там еще надо будет.
Ага, так, штурвал, короче, слиток эбонита, не будет проще, мы тебя выполнили из эбонитуру. Так, надо уже делать заготовочку. Кстати, вот эта штука, драккар, да, как-то он так называется, кусок паруса, у меня, наверное, два штуки, ну, клен, конечно, несложно. Это настоящий ценник? Нет, это фейк, открыл тебе Хейм. Здорово, пацаны! Правда, смысла не вижу в этом ничего. Не знаю, какой налог тут будет идти. Ну, знаю, что прикольно, это я уже здесь зарядил с этот, как его, посох. Что тут еще? Типа, оу, здорово, пацаны. Продам щит северян. Так, ладно. Короче, да, чтобы здесь еще... тут, короче, корабль открывается. Обалдеть. А новые игроки заходят ко мне. Здесь конюшню надо будет потом ставить, да? Да, вот даже такие пролаги. Отсюда, типа, приплывает какой-то... Во-во-во-во-во, был чел. Даже прям, когда люди заходят, немного пролагивается. Обалдеть, давайте, все в котел, я тоже сейчас котел надо подкинуть. Так, я там типа стрелка качаю себе, да, где он? Вот. Эй, давай, тын-тын-тын, 100% котлован. Тоже, в принципе, это здорово. Вот, все, ребят, короче, где Кенни? Кенника нету. Короче, вот это то, что я прям хотел сделать, это сделано, буду чинить, короче, вообще можно чинить, я так понял, три вещи. Если вы играете в соло, первый раз здесь, дома два, и третье за монеты в другом хейме. Короче, это вообще пушка, просто бомба, бомба. Хотите взять мои вещи бесплатно? Короче, все, ребят, подписывайтесь на канал, открывайте свои ворота и добро пожаловать в мой район. С вами был Кенни, как всегда, пока-пока, до новых видосов, чао, какао.